терпение и за помощь. Спасибо. Ага, терпение-то как раз на исходе. Да, конечно. Прошу сюда. Мистер Джойс. Наконец-то. Думал, этот вечер воспоминаний не кончится. Вы были в самой гуще событий. Вы понимаете, почему нас интересуют подробности? Говорят, вы все спихнули на Пола? Заметное достижение. Пол Сайрин действовал всегда по-своему, вам ли не знать. Его авантюра нанесла огромный урон монарху. Но компанию еще можно спасти. Вы могли бы нам пригодиться. Монарх изменился, мистер Джойс. Вы обладаете поразительными талантами. У нас же есть знания, которые вам сейчас очень пригодятся. Мы нужны друг другу.